Доброго времени суток, друзья! В этом видео хотел бы вам показать очень интересный проект, который, несомненно, должен вас заинтересовать, если вы ищете или уже работаете и зарабатываете в интернете. Проект открылся 3 дня назад и уже проявился с положительной стороны. Многие уже в первый же вечер вышли в прибыль. Но мы не будем забегать вперед, и я постараюсь быть кратким, чтобы не тратить ваше время, но думаю, что после просмотра вы не пожалеете, что потратили его на просмотр этого ролика. Итак, начнем. Проект называется Help Money. Здесь предоставлен только бинар. На данный момент это самая быстро растущая структура, и вы не должны волноваться на то, что вы можете потерять свои деньги. Это просто невозможно, так как вы придете работать, а не сидеть сложа руки. Итак, пройдемся по сайту. Сайт выглядит вот так. В принципе, все понятно, никаких вопросов, думаю, у вас не будет. В конце видео я вам еще подскажу кое-что, если досмотрите до конца. Чтобы вы полностью разобрались в этом проекте, я сделаю тестовую регистрацию, чтобы у вас не возникло никаких вопросов, как регистрироваться, как работать, как выглядит кабинет, какие действия там предпринимать, где что нажимать. Приступим. Нажимаем регистрацию, вводим логин. Я вот уже создал, но я его еще не регистрировал, это я тестовый делаю. Вставляете логин, пароль, повторяете пароль, PR кошелек заводите. Если нет PR кошелька, то на главной странице сайта есть ссылка, где его можно зарегистрировать практически за 1 минуту. Кстати, PR работает со 150 кошельками, то есть можно переводить на него с любого места. Kiwi, вот как есть самый распространенный Kiwi, он наверняка есть почти у каждого. Ну, в PR вы потом посмотрите. Дальше вводите почту и вводите Skype. Skype вводить очень желательно. Он идет как необязателен, но очень желательно вводить, потому что вы потом поймете почему. При этом сайте есть просто отличный Skype-чат. Просто колоссальный. Там в день, я не знаю, около 200 записей появляется. Все приветствуют друг друга, помогают друг другу. Если вы даже не сможете со своим пригласителем поговорить, вам в чате всегда помогут, выйдут с вами на связь. И если вы укажете Skype, то у вас просто вообще проблем не будет. И вводите капчу. Нажимаете регистрация. Вот и все, вы зарегистрировались. Теперь снова вводите уже свой логин, при котором вы... То есть, который вы сделали, пароль. Это тестовый. Так что он будет удален позже. Нажимаете «Войти». Вот мы и зашли. После того, как вы вошли в свой кабинет, первое, что вы должны сделать, это зайти в свой профиль и ввести свои данные, то есть фамилия, имя, отчество, пол, это можете поменять пароль, если захотите. Можете вставить аватар или свою фотографию. Здесь вот желательно заполнить Skype и хотя бы ВКонтакте, или хотя бы Skype, потому что вам будет намного легче работать. С вами будут общаться, вам будут помогать. В Skype это сделать намного легче, чем печатать. Потому что многие печатать не любят. И после того, как вы что-то вставили, нажимаете «Сохранить», и данные сохраняются. Ну, здесь, я думаю, сложности у вас не возникнет. Пройдемся по главной странице. Здесь указывается ваш кошелек. Здесь указывается, какой у вас будет уровень. Начало будет такое. Нажимаете «Пополнить баланс» вот в этой ячейке. Первый уровень.
То есть вход стоит 500 рублей, как вы видите. Вводите сюда 500 рублей. Пополнить. Думаю, все это уже проделывали и знают как. Вот с комиссией Payra это будет 504,80. Нажимаете подтвердить. Ну, далее это вам будет понятно. После того, как здесь у вас появится сумма 500 рублей, нажимаете кнопочку «Активировать первый уровень». Как видите, у меня сейчас не заведено 500 рублей, поэтому он не активируется. Как только у вас здесь будет цифра 500, у вас он активируется. Дальше будете приглашать рефералов. После, кстати, активации у вас здесь появится куратор, то есть тот, кто над вами. Здесь будут ваши рефералы, и здесь будут ваши операции показаны. Реферальная ссылка находится здесь. Нажимаете рефералы, рефералы, реферальные ссылки. Копируете эту ссылку. И рекламируете ее. То есть можете приложить ее своим знакомым ВКонтакте, в Скайпе, Фейсбуке, Твиттер, Телеграм, Инстаграм и так далее. Сейчас очень много социальных сетей. Можете там родственникам своим показать. Я думаю, два человека найти будет вам не проблема. Как видите, вот партнера нужно два. Вот они. Первый, второй. Дальше они начинают приглашать тоже так же. По два. Этот человек два, этот человек два. И в принципе, чтобы быстрее заполнить структуру, можно не прекращать приглашать. Они будут вливаться именно в вашу структуру, то есть заполняемость вот этих вот полей будет идти равномерно от вас, также от них. То есть будут идти переливы. То есть вы можете продолжать приглашать. И пойдет это не кому-то, а пойдет именно в вашу структуру, вы заработаете намного быстрее. И проблем у вас с этим не возникнет. Как видите, вот здесь в таблице все расписано, что сколько дает. Первые два человека вам дадут 900 рублей. Вы это сразу же увидите в своем аккаунте. Вот здесь заработано будет 900 рублей. Не медлите. Нажимаете здесь пополнить баланс. То есть внутреннего счета здесь нет. У вас деньги, за когда у вас будут рефералы покупать уровень, вам будут напрямую сразу на кошелек уходить. То есть поэтому скама здесь не может быть, вот уже автоматически. Заводите 800 рублей, нажимаете купить второй уровень, здесь будет стоять цифра 2. И покупаете второй уровень. Вот эта линейка у вас... Первый у вас покупает за 500 первый уровень. Вот эта вот линейка, 4 человека у вас покупает второй уровень. Поэтому надо, чтобы он у вас уже стоял. Иначе пойдет обход выше. Не допускайте этого. То есть это уже будет 2884 человека. Потом эти 4 человека, каждый пригласит по 2. Это получается 8. Это уже 10800. Эти 8 приглашают четвертую линию, до 16 человек, 43200, и так по накатанной. Каждый, кстати, будет тоже продолжать приглашать. Структура будет расти геометрически. Там за день может быть такое заполнение, что вы удивитесь просто. Так что сайт довольно-таки простой. То есть он специально разработан так, чтобы вам было несложно на нем работать. Почитайте здесь. Вот здесь есть, если это у вас нету Payra, можете нажать «Зарегистрировать Payra». Вот здесь нажимаете «Чат». Добавляетесь в чат, где вам всегда помогут. Кстати, вот этот чат. «Help Money». Как видите, вот это только за день. Как только у кого-то возникает вопрос, любой здесь, который находится, он в курсе всех дел, потому что каждый обучен. И он даже с вами может быть на прямую связь выйти. Вот как видите, вот уже пишут. Сколько типа скринов.
Ну, в принципе, чат живой. А что главное в этом бизнесе? Это команда, которая вам не даст, как говорится, зачахнуть. То есть вас постоянно будут подбадривать, помогать. Если какая-то проблема возникла, вы там не смогли что-то пригласить или вы что-то не поняли, вам моментально ответят. В принципе, в любое время даже это сделал. Ну, может быть, только если поздней ночью. Спать-то тоже надо. Сайт на месте стоять не будет. Здесь будут записываться много видео, будут вебинары. Не забываем, что чат, Skype открылся только 3 дня назад и уже такое количество людей. И еще не забываем, что сейчас лето. Я бы сказал, даже середина лета. Это сезон отпусков. Люди кто на речку, кто шашлык, кто до родственников едет. То есть, ну, это показатель того, что чат очень, сайт и чат очень сильный. Здесь все сильно получается. Ну, это и главное, в принципе. Слабым быть плохо. В принципе, все. Если будут какие-то вопросы, заходите в чат, вам всем помогут. Изучайте эту таблицу маркетинга, бинар суперэлиту. Думаю, ничего сложного здесь нету. Два человека вы найдете по-любому. Кстати, в первый же день не многие, не один, не два, а многие уже на третий уровень вышли. Ну как бы 10 800 за вечер. Думаю, сумма неплохая. Тем более, что мы-то стремимся к этой сумме. 7 545 780. 7 миллионов на дороге ли валяются. Так что идем к намеченной цели. До свидания, друзья, до следующих встреч.